Успехи саратовского спортсмена могут привести к появлению специального зала единоборств в Саратовской области. Об этом зашла речь на встрече губернатора Валерия Радаева с титулованным кикбоксером Даци Дациевым. Этот год для спортсмена выдался урожайным на выступления и награды. Дациев стал чемпионом России, Европы и мира. Золото чемпионата мира завоевал буквально на днях. Саратовец страдал межреберной невралгией, но смог собраться и победил соперника из Бразилии. Ценным и самым сложным боем был это бой, который был 2-3 дня назад, 21 ноября. Так как я защищал честь России, и это все проходило у нас дома в России, и приехали очень много друзей, близких из Саратова, болели за меня. И когда я выступал, за меня вся Россия, вся страна болела за меня. И поэтому я не мог подвести и отдал все, что у меня есть, и выиграл этот бой. Губернатор поздравил спортсмена с успехами, которыми может гордиться Саратовская область, и выделил премию. Даци Дациеву 100 тысяч рублей, его тренеру Расулу Долгатову 50 тысяч рублей. Узнав, что интерес к кикбоксингу, карате и самбо в регионе сейчас на подъеме, Валерий Радаев пообещал рассмотреть идею о строительстве специального зала спортивных единоборств. Некоторые регионы уже построили вот такие залы. Не нам надо подумать, мы думаем, что, возможно, как-то мы вот сейчас музей закончим строить, музей трудовой славы, мы на такие спонсорские проекты строим. Возможно, из такой возьмемся, потому что это, ну, не такой, я представляю, что уж огромный какой-то зал должен быть, но он должен быть с возможностями, с условиями. Там. Да, может быть, он из нескольких секций будет состоять, чтобы одновременно вести там несколько видов.